Итак, сегодня я продолжаю свой рассказ о жутких могилах, и это, считай, вторая часть. Ролик под названием «10 самых жутких могил в мире» смотрите на моем канале, либо перед этим выпуском, либо после. А пока я рассказываю о еще 8 могилах, которые славятся своими странными и жуткими историями. Могила вампиров. На старом кладбище Джевит-Сити в Грисволде, штат Коннектикут, США, есть несколько невзрачных могильных стел. Как видите, ничего необычного, но история, которая скрывается за этими захоронениями, действительно жуткая. Здесь покоится Генри Рэй и трое его взрослых сыновей. Начиная с конца 1840-х годов, Генри Рэй и его сыновья в течение нескольких лет болели загадочной изнуряющей болезнью, которая, вероятно, была туберкулезом. В то время, однако, считалось, что их укусил вампир. По крайней мере, два тела были эксгумированы и сожжены на месте. Это событие нашло отражение в газетах того времени. Мертвая семья стала известна как вампиры города Джевет. Могила проклятой дочери. Это довольно известная, я бы сказал, легендарная могила на Ягошихинском некрополе в Перми. Как видите, внешний вид надгробия скорее и стал причиной, по которой вокруг этой могилы стали плодиться легенды. Надпись на надгробии гласит: «Пермского исправника Довелия дочь Таисия от роду 6 лет 11 месяцев скончалась в январе 1807 года». Легенды самые разные. Говорят, что, мол, похороненная здесь девочка – невинный плод грешной любви. Якобы жена наложила проклятие на ребенка из-за того, что Довелий завел роман на стороне. Либо же это была мачеха, которая не взлюбила девочку. По другой легенде, девочка забеременела от брата, и ее проклял за это отец. А надгробие было специально сделано так, чтобы по нему ходили ногами в знак презрения. В общем, фантазия у людей замечательная. На самом деле, символ змеи, кусающей себя за хвост, довольно известен на надгробиях 18-19 веков. Это знаменитый символ вечности. Что касается лица, то это, скорее всего, такое изображение Адамовой головы. Это действительно интересное и уникальное надгробие. Однако оно вполне соответствует, если так можно выразиться, могильной моде тех времен. А девочка умерла от чахотки. Могила на стоянке. Мэри Эллис была похоронена в 1828 году на семейном участке Эллис на лесистом уединенном склоне холма вблизи реки Раритон в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, США. И вы спросите, где же этот уединенный лесной пейзаж? Ее что, перезахоронили? А вот и нет. Увы, но прогресс и урбанизация уничтожают все на своем пути. За много лет эти места превратились в стоянку и супермаркет. А могила осталась, ведь история жизни, похороненной здесь Мэри Эллис, была печальной. Она влюбилась в капитана дальнего плавания речных кораблей, который обещал вернуться и жениться на ней, но он так и не вернулся. Говорят, что Мэри ждала его до самой смерти именно на этом месте, где она рассталась с возлюбленным на реке Раритон. Дважды похороненная. В Ирландии, на кладбище Шенкел, в городе Лурган, есть могила с интригующей надписью «Жила однажды, похоронена дважды».
История женщины по имени Марджери МакКол вполне реальная, но также в ней есть много фантастических добавочек. В 1705 году она умерла от лихорадки, и ее поспешно похоронили, чтобы болезнь не распространялась. Вместе с ней было похоронено ценное кольцо, которое ее муж не мог снять с руки из-за отека. В тот же вечер к могиле, естественно, прибежали воры, которых заинтересовало это кольцо. Пока земля была рыхлой, они раскопали могилу и попытались снять кольцо. После безуспешных попыток они решились отрезать ей палец. И как только из надреза показалась кровь, Марджери очнулась и закричала. Грабители, естественно, испугались и убежали. Есть легенда, что они упали замертво. Сама Марджери пошла домой. В приукрашенных версиях истории она постучала в парадную дверь своего дома после долгой прогулки от кладбища. Ее муж, открыв дверь и увидев, что его жена стоит там в погребальной одежде, от шока упал замертво. А сама Марджери прожила еще много лет и успела снова выйти замуж и даже родить детей. Когда она наконец точно умерла, ее похоронили на том же кладбище, где произошел этот ужасающий инцидент. Королева Вуду. На самом старом кладбище Нового Орлеана, Сент-Луис, находится склеп самой известной практикующей вуду в Новом Орлеане Мари Лаво. Правда, до сих пор ведутся споры по поводу ее упокоения здесь. Однако толпы оккультистов-любителей, кажется, подтверждают, что именно здесь покоится известная и могущественная жрица вуду. Как видите, на этом фото склеп весь исписан крестиками. В 2014 году его покрасили, и теперь охрана следит за тем, чтобы люди не пытались что-нибудь писать в надежде на исполнение желания. Биография Мари Лаво полна пробелов, что породило множество рассказов и фольклорных легенд. Более того, у нее есть дочь, которая также практиковала вуду. Многие их даже путают. При жизни Мари работала парикмахером. Мало что можно сказать с уверенностью о ее магии. Ежегодно, примерно 23 июня, когда она совершала свой обряд в канун святого Иоанна, собиралось до 12 тысяч зрителей. Призрак Маккензи. Кладбище Грейфрайерс в столице Шотландии уже само по себе должно пугать. Одно из самых легендарных и призрачных кладбищ мира. Здесь находится мавзолей юриста Джорджа Маккензи, известного при жизни как безжалостный преследователь шотландских ковенантеров пресвитерианского движения в 17 веке. Его прозвали «Кровавый Маккензи», так как он был очень безжалостным и бесчувственным и заключил в темницу кладбища Грейфрайерс многих ковенантеров, где их пытали и избивали. После смерти его похоронили здесь же, на Грейфрайерс Кёркьярд. Его мавзолей часто пытались осквернить. Согласно легенде, в 1999 году бездомный, ищущий место для сна, ворвался в его мавзолей, а после провалился сквозь пол. Говорят, что именно тогда зловещий дух Маккензи был потревожен, и с тех пор он гуляет по кладбищу. Как писал Роберт Льюис Стивенсон в своей книге 1879 года «Эдинбург. Живописные заметки», когда душа человека определенно находится в аду, его тело вряд ли будет тихо лежать в могиле, какой бы дорогой она ни была. Рано или поздно дверь должна открыться, и нечестивец выйдет в омерзительных одеждах. Репутация гробницы привела к неприятному инциденту в 2004 году, когда местные молодые люди были арестованы за то, что раскопали труп и играли в футбол головой, к тому моменту, скорее всего, черепом. Это так, чтобы вы понимали, насколько зол теперь призрак Маккензи.
Нельзя не отметить и внешний вид мавзолея, который, конечно же, является произведением искусства. Впрочем, как и большинство надгробий на этом кладбище, спроектировал мавзолей в 1691 году шотландский архитектор, один из основателей палладианской архитектуры Джеймс Смит. Это круглое строение создано по образцу храма Тимпьетто ди Сан Пьетро ин Монторио в Риме, спроектированного Донато Браманте. Могила, разделяющая дороги. County Road 400 в США, в Индиане, уже давно имеет странный объезд могилы Нэнси Барнетт, родственники которой не хотели, чтобы ее могила была потревожена. Дело в том, что тогда власти решили навести порядок с захоронениями, которые были разрознены по всей территории округа. Ведь родственники часто хоронили, где им хотелось, или где потребовал человек еще при жизни. Нэнси похоронили на ее любимом месте. А когда вопрос встал ребром и могилы начали переносить на официальные кладбища, родственники Нэнси не позволили властям потревожить могилу. Поэтому в округе решили проложить дорогу через территорию, прилегающую к ее захоронению. Однако то, что стало туристической достопримечательностью, недавно приобрело более загадочный характер. Когда археологи эксгумировали могилу, они нашли останки по крайней мере 6 других людей, всего 2 женщин, одной из которых предположительно была Нэнси Барнетт, мужчину и 4 детей, чье происхождение и личности остаются неизвестными. Могила 40 мучеников. Вернемся в Петербург, на Смоленское православное кладбище, которому я посвятил целых 2 довольно крупных ролика, обязательно их посмотрите. Это кладбище известно своими легендами. Большинство легенд связаны с юродивыми и мучениками. На довольно невзрачной блоковской дорожке есть еще более невзрачная могилка в виде обычного креста с надписью. Даже не подумаешь, что с этой могилой связана такая жуткая история. На это место в начале 1920-х привезли несколько священников. Им велели отречься от веры, либо ложиться живыми в могилу. Отрекаться они, естественно, не стали, и их похоронили заживо. Говорят, что эта легенда связана скорее с преследованием священнослужителей во время борьбы с религиозными предрассудками. С вами был канал Дом среди лавров. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Также у меня есть Инстаграм, Телеграм и группа ВКонтакте. Мою музыку вы можете послушать на моей Bandcamp страничке. Все ссылки будут в описании. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.